Новое, еще одно прямое включение. На этот раз не про Тимирязку, а скорее про человека. Интервью будет небольшое с темой Завалишина, ДЗ. Я думаю, что тут многие знают, кто такой ДЗ. Явно знаю. В свое время он был известен, например, как региональный координатор Педонет, но это было давно. 50-20-32, он, наверное, сам уже не помнит. Затем был такой проект ДЗ онлайн. Да. Ну и потом он исчез из поля зрения, по крайней мере, в руках общественности. Он был Яндекс, извините. 4 года. Вот. Расскажи, вот чем ты занимаешься сейчас, ну и вот последние 4 года. Вообще-то, на самом деле, большинство вот этих 4 девелопов в Яндексе у нас не выставлены проекты. Последние пару лет я работал в компании, я жил в год, работал в области программирования, да и вообще в проекте. Скажи, вот такие проекты очень достаточно неформальные, да, там тоже ДЗ онлайн, да, и так далее. А тут вдруг работа на серьезные корпорации, в общем-то, да? Собственно, как? Ничего не смутило, да, переключение такое? Знаешь, на самом деле я занимался журналистикой в силу того, что страна находилась в странном состоянии и не было шанса заниматься серьезной софтверной разработкой. На самом деле, я же еще работал в компьютере какое-то время, был редактором. Свой журнал, да. Все это только потому, что я переключился с софта на журналистику по софте, просто потому, что, ну, страница была не очень удобная для того, чтобы заниматься серьезными вещами. Сейчас это нормальная жизнь, можно заниматься серьезными вещами. Но вот после Яндекса, насколько я знаю, я даже был, ты оформил практически свою компанию, да? Digital Zone называется. Скажи, ну, во-первых, почему свою? Почему ты пошел опять же работать в другую крупную компанию? И, во-вторых, чем ты занимаешься? Ты знаешь, насчет того, что почему свою, я к этому долгое время шел, и попытка первая это сделать в своей компании была еще, прости господи, по-моему, в 91-м году, другое дело, что тогда по разным причинам это не удалось. Потом у меня тоже была своя компания, которая занималась, собственно, выпуском журнала, я был задолжен. Потом было время, когда я работал на Яндекс, и, честно говоря, тоже очень такое нелегкое это решение, я, собственно, выписался. Чужой, просто было очень интересно. Это был очень интересный проект, мне было весьма честно. А потом, вот, работая в Яндексе, я занялся, как бы, я получал этим агентом, занимался большим количеством разработки, и сама задача серьезной разработки софта стала для меня более интересной. Не просто сидение в одиночку программирования, в одиночку поехали, да? Но разработки такие масштабные, серьезные, ответственные разработки. И тема заинтересовала, потому что Яндекс, я еще пошел в вашу компанию, чтобы подобрать софт при области, забыл это еще. И своя компания не слышала очень просто. У вас появился проект, это произошло, что стартапы. А дальше пошло поехать. Ну, в общем, это не легкий путь, но это интересно. Скажи, а вот будучи сначала, допустим, по этой теме программистом, по крайней мере, умею программировать, да? Работа проект-менеджером в последнее время. Периодически тянется сделать что-то самому, да? Просто сесть, программировать, да, сделать так, как не хочется. Да? Не только внешне, да, но и внутренне. Вот не смущает, да? А ты знаешь, что я даже очень в этом месте свой определенный интерес, а связанный с чем? Когда ты делаешь что-то сам своим руками, то есть степень, первая, рука все не работает. Есть вещи, которые немножко делают. А второе, ты немножко замыкаешься в себе и начинаешь вариться в собственном законе и фиксироваться на тех подходах, которые эти вещи делают. Работая с командой, работая с людьми, которые там наравне с тобой обладают примерно опытом и умением, ты начинаешь решать вопросы, смотреть на вещи более разнообразно и можешь взяться за вещи другого.
это интересно. Да, это ограничивает тебя, потому что ты не можешь делать все так, как хочешь жить, а ты отдаешь людям часть ответственности за то, что ты делаешь, и в этом месте отдаешь право решения. Но, во-первых, выход на некоторые новые уровни, он советует. Но, тем не менее, насколько я знаю, с определенного момента ты начал тянуть в сторону, например, разработки своей операционной системы. И, насколько я, я просто лично видел, поскольку у тебя был, что-то там даже на сервере запущен, да, видимо, все-таки что-то не хватало. Вот, ты что-то за операционкой чем-то занялся, не все были на семинаре, я Скорзовский там ситуация другая. Вообще говоря, я думаю на эту тему последние лет 15. Вот идея, которую я сегодня рассказывал на семинаре, это идея, которая формировалась на ЭГЛ последние 15. И просто раньше не было никакого шанса запустить работу в этом направлении. Я не видел способа, хоть как-то вообще вернуть на работающий код. А в последнее время было ощущение, что это реалистично, там по массе защиты. Ну вот, да, действительно, новый который я делаю сам, почти все делаю сам. Это из силу того, что у меня появились довольно уникальные экспириенсы в отношении. Что еще живем появление в этой России Юникса, и из силу того, что все-таки там в заметной степени спорт является моим решением, идеями, которые я делаю. Тем не менее, опять же, я не Знаешь, мне нравится, что я говорю честно, потому что
некоторые моменты, надо было за последний раз поставить, чтобы я был очень согласен. Тема моего номера это деградирует. Вот ощущение от того, как это хотел бы сказать. И знаешь, сегодня я вижу, что ситуация коронавирусная такая живая. Честно скажу, даже вот такие вещи, вот в качестве академии, я скажу, да, я посмотрел его, и первые две работы, это же по 300. Я вообще знаю, что это 4К. В своей голограмме, значит, я впечатлен. Это реально интересно, художественная работа. И более того, тоже вот интересно, я к нему отношусь. Пример, что вот на сегодняшнем фестивале много интересных. Я очень рад. Много интересных работ. Мне очень понравился, как это было, реал-тайм хардверка. Вот, бесподобно совершенно идеи. Я, честно говоря, даже не участвую, но так получилось, что наложился на семинар. Хорошая была идея с Санспотом, тоже есть. Кстати, я не поинтересовался вот портрет парка, смотрите, как это было. Мне нравится, оно живет, мне нравится, что оно может быть изменилось, но такой практически чуть-чуть подвинул фестиваль. Это понравилось, что сам спонсор, правильная компания, сам интересно общаться. И еще один интерес. Вообще, вот скажем, в создании темы, да, и писали, там, скажем, 10 лет назад, это было выражено. То есть для того, чтобы создать композицию уровня, человеческий вдруг можно было пойти в студию и потратить там 20 тысяч долларов, даже не надо России. А дома средства были неэффективны. Сегодня ситуация иная. Сегодня, вообще говоря, дома человек может делать почти все то же самое, что делают известные группы, известные студии. И это осложнило задачу. Вот сегодня уже три года выделяются те же самые, что и нужно в электронном магазине, да? Уже не бывает более любительские и профессиональные. Либо ты делаешь хорошую, либо другую. Другого ничего нет. То есть ситуация была серьезная, требует не серьезная. И я слышал хорошие работы, но я, честно, не очень. Здорово. А вот скажем, здесь у нас появилось как минимум два новых направления в последние два года. Первое направление – информационная безопасность. Так, собственно, да, информационная безопасность – это такие вещи, информационные системы. И второе направление – это электроника. Как видите, каких-то там раритетов, так и вот теперь видите тех конкурсов микросхем, опознание со стрелкой маркировки, какие-то вот самоделки, да, наплатные компьютеры и прочее. Как ты считаешь, по два вопроса на самом деле. Первый вопрос, правильно ли это было развивать в эту сторону, в ущерб других направлений? И второй вопрос, может быть, чтобы ты предложил еще эти направления в следующем году? Правильно, я считаю, что это правильно. Но периодически мы не будем интересуемся, конечно, спокойно по этому решению. Но эта тема востребована, поэтому заниматься не надо. С хардвером ситуация сложнее. С одной стороны, я известно электронщик, я это делаю люблю. Я же можно поехать уже в этом качестве, но я не интересуюсь, если вы спокойно. У меня с тобой сложное впечатление, потому что, поскольку я вижу на сегодня в отношении Well,
понятно. Конкурсная операционная система работает номер один. Спасибо большое за это интервью. Я думаю, всем было интересно и полезно. Где мой актер, что бывает в Питере, он перед Москвой. Все, спасибо. Спасибо.